новой квартире семья Маслак обустроилась за 3 дня. Говорят, очень хотели встретить Новый год на новом месте. Сравнив предложения разных банков, они обратились в потребительское общество «Башкапиталинвест». Привлекли выгодные условия выдачи ипотечного кредита и низкая процентная ставка. Я интересовалась у знакомых, у кого ипотека. У нас переплата меньше. Даже в процентном отношении. С учетом того, что у нас такой ипотека на довольно-таки короткий срок, 5 лет, у нас платежи все равно терпимые. В банках даже на 10-15 лет платежи будут такие же. Такие же. Да, так что здесь выгоднее намного. Потребительское общество «Башкапиталинвест» работает около года. В потребительском обществе состоят свыше 100 человек, 30 человек с лишним уже живут в готовом жилье. Оставшаяся часть членов нашего общества дожидается застройки жилья. Раньше же люди в кооперативах собирали денежные средства, вкладчину и строили один дом и жили в нем. Наше же потребительское общество предлагает на выбор нашим членам приобрести жилье там, где ему угодно. Человек сам себе выбирает квартиру. Он носит 10% от стоимости жилья. Недостающую сумму мы ему уже добавляем. Человек, внеся 10%, за свою квартиру, пока строится недвижимость, рассчитывается с нами до окончания строительства без процентов. Как только дом достроился, уже остатки, какие у него остаются, выплачивает под 5% годовых. Срок рассрочки у нас идет до 20 лет. Спокойно даем людям до 20 лет. Человек оплату себе выбирает сам, так как мы работаем без справки о доходах, человек уже приходит и говорит, по какой сумме он может с нами рассчитываться. Мы ему делаем уже расчетку, именно с его слов. По 12,75 на 19 лет. 1 000 000 берешь, 1,5 миллиона переплачиваешь. Может быть, и надо бы взять, но платить потом, это кабала такая долговая на всю оставшуюся жизнь. Взять-то ее легко, а вот выплатить, это уже другой вопрос. Потому что, говорят, проценты большие. 20-23, кажется, я что ли слышала. Ну вот за границей около 7 до около 3, а у нас хотя бы 10, хотя бы 8, я думаю. Процентов 10, но по идее, если платить в месяц, то не больше 15, наверное, тысяч. 15-20. Мне кажется, оптимальное, ну где-то, может, 2-3%. 8-9. Ну, наверное, где-то процентов 10 максимум. В этом доме скоро будет жить Гульнас Рахматуллина. Ипотечный кредит она оформила в потребительском обществе «Башкапиталинвест». Здесь проценты реальные, очень низкие проценты. Ипотека 1 400 000. Первоначальный взнос, как бы, я уже внесла. Квартира стоит 2 300 с чем-то. Сейчас ей 7 лет, вот по 20 тысяч предстоит оплачивать. Среди членов потребительского общества «Башкапиталинвест» есть и те, кто решил купить коттедж, гараж, участок земли или квартиру на вторичном рынке. Вторичное жилье тоже, то есть человек, придя к нам, он может уже прийти с готовой квартиры, какую он выбрал. Может подобрать квартиру через нашу организацию. Придя к нам, человек вносит также минимум 10% от стоимости жилья. И оставшаяся сумма также ему выдается сроком до 20 лет под 5% годовых. Обязательно регистрация всех договоров, будто договора долевого участия с застройщиком, будто договора с продавцами вторичного жилья, все проходят регистрацию в Регпалате. Соответственно, квартира при покупке нашему членам общества проверяется до 5-го колена. Мы живем и радуемся в этой квартире. Большое им спасибо коллективу в лице руководителя Артура Викторовича Гетца. Они нам очень помогли. Меня все устраивает. И главное, чтобы сейчас сдали вовремя квартиру. Все хорошо, я довольна.